А пчелочка золотая, а что же ты жужжишь, жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Последняя репетиция в гримерке, и подопечные режиссера Татьяны Столбовской отправятся на сцену, чтобы отчитаться о своей готовности перед главным режиссером проекта Константином Яковлевым. Девочки, не теряйте, пожалуйста, существование, да? Пока одни выступают, другие готовят реквизит, примеряют костюмы и вспоминают реплики. И хотя все уже вроде бы отточено и выверено, вид на зрительный зал со стороны сцены заставляет поволноваться. Пьеса построена, пьеса отрепетирована, но всегда существует такой, знаете, маленький легкий мандраж, что вдруг где-то в самый ответственный момент, вдруг я что-то подзабуду. Пока просто волнуемся, пока я вот не представляю даже, как мы выйдем на сцену, когда будет очень много народу. Ой, ну я думаю, что в день премьеры я для своих родных стану прям звездой театра. Так что, ну... Ну да, постараемся, конечно. Да, сами звездами. А звездами эти актеры уже стали, ведь большая сцена открывает в людях массу новых талантов. Проект доказывает барнаульцам это уже в четвертый раз. Одаренность непрофессиональных актеров отмечают и сами сотрудники театра. Мне очень нравится, очень интересно. Поначалу, когда только начинался этот проект, мне казалось, ой, это будет не, вообще неизвестно что, люди со стороны. А когда выходят на сцену, ну, знаете, очень даже здорово, потому что есть и с голосами, и танцующие, вот, поэтому... Даже можно некоторым актерам позавидовать. 2,5 месяца репетиций позади, но даже накануне своей большой премьеры все актеры помнят, что главная цель большой сцены – это благотворительность. Ведь часть вырученных средств с продажи билетов будет направлена в благотворительный фонд «Мать и дитя» в помощь онкобольным детям. Артемий Панченко, Андрей Печоркин. Наши новости.